Доброе утро всем. Антошка собрался в садик с пряниками, да? Это Софья, не Вики уже. У Вики были красивые. Мама делала, не я. Да? А Софья. Все, мама, пока. Пока. Это Гриша еще раз украсил лошадку Марго. Такой, что это? Это лошадка. Афонечка, тебе помогать, сынок? Точно нет. Давай я тебе лучше помогу. Ты язычок просто себе не поправляешь впереди вот это, да, вверх его. Синюю куртку? Да. Зайчик, лучше вот эту. Там что-то ветер поменялся, уже стало прохладно. Нет, мам, там некто. Там Гриша уже делает уроки. Мы позавтракали и сразу принялись за русский. Или ты математику уже сделал? Я уже сделал. Зверь. А там есть что проверять? Ну, зви... Может, ты там неправильно переписал? Оно сейчас осыпает. Я достала кусочек мяса, хочу его сейчас запечь. Вот эта вот штука, это было на листике немного зеленого фломастера, на котором я подписывала кусочек, в общем-то, отпечатался фломастер. Сейчас его немножечко обрежу. Начистила чеснока, хочу вот эту вот, это как вырезка, не вырезка, ну, в общем, такой хорошенький кусочек мяска, просто нашпиговать чесночком, посолить, поперчить и немножечко обмазать, может быть, чем-нибудь сметанкой и в духовку, в рукаве запечь. Ну что, вот такой вот кусочек свинины у меня нашпигованный чесноком, соль, перец, сметаной обмазала. Сейчас все в рукав и вот в этой икеевской форме будем запекать. Все, мясо заложила, сделала два прокольчика вверху. И сейчас ставлю в духовку, не знаю, минут на 40, может быть на часик. Посмотрим, как это все будет готовиться. 200 градусов у меня. Так, у нас на гарнир к мясу будет тушеная капуста. Я уже все потушила, пока с Ирой со своей сестрой разговаривала, поэтому все готово. В общем, как обычно, я тушу, там уже 100 раз показывала, но очень вкусно получается. Все нормально. Только тихо, все горячее. Да, сейчас примерно час, наверное, провела в духовке. Мясо, может быть, даже чуть побольше. Сейчас все вскрою, посмотрю, что там, может быть, еще поставлю, чтобы подрумянилась корочка. А Григорий пока нам сделает ката, да? Ну, наверное. Давай. Мы уже пообедали, я сейчас пооткрывала везде окна, проветриваю. И там птички поют. Я не знаю, слышно вам или нет. И самолет летит. Вон они, птички, сидят вот. Так, я вышла на улицу, жду Григория. Тут уже начинает даже зацветать черная смородинка. Смотрите, уже желтые тоже цветочки. Ну, блин, обещают же понижение температуры. Так этого не хочется. А это куст крыжовника. Вот он колючий. Но он тоже уже начинает выпускать листики. Так что тоже скоро будет цвести. Или, не знаю, он не цветет. Но черная смородина точно цветет. Вообще, я что-то не помню. Насчет крыжовника. Но колючки у него остренькие. Это такой у нас черный здесь крыжовник растет. Сержиня уже начал красить. А, ты уже какие-то покрасил, да? Так он будет серый и красный. А? Серо-красный будет? Ну, вон, вишневый. Угу. Один, вот такой. Такой вот будет. А вот тут лучше. Тут ты накрасил. Красота. Воняет.
Ну ты не кисточка или кисточка? Ну это кисточка. А то это... все из этим, да? Краскопультом. Ну, он электрический. Тебе на осталось купить. А что это? Молотковая золотая. А, да? А что ты хотел с ней покрасить? Хотелось золотой, это. Перейдем в перчатки на. Так, а я уже дома. Все, в общем-то, заехала в Магнит, купила перепелиные яйца. Чего не сделаешь ради пряничной фотосессии. Они теперь не открываются, да? Сейчас я их открою. Посмотрю. Если честно, они так упакованы, то есть их невозможно открыть в магазине, посмотреть, что там и как там. Так что сейчас... выйдет мой лоток с яйцем на свет. Все отлично, все целенькое вроде бы. Буду смотреть. В общем, это будет... сейчас все помою, приготовлю. Это будет пряничная фотосессия. Все аккуратненько, красиво пораскладываю. Вот. Перепелиные яйца. Даже не помню, сколько стоит. Сейчас покажу. Магнит, Магнит, Магнит. Давайте сейчас посмотрим чек. Где они яйца-то? А, вот, 55 штук. Ой, 55 рублей. 10 копеек. 20 штук. Вот. А, что еще купила? Два огурца. 150 рублей. Килограмм, два огурца, по-моему, на 44 рубля. Пакеты для заморозки мои любимые закончились. Так, творог 5%, был 9, но что-то с ним, у него там со свежестью было, поэтому взяла 5. В общем, мне нравится вот этот вот творог кубанский молочник. Сметану простоквашино 15%. Так, укроп. Ем даже его сейчас просто так. Зеленый лук. А что еще? Кефир майкопский. Сливочное масло. Коровка из кореновки 82,5. И коровка из кореновки тоже 2 молока. В общем-то, все покупки. Надо еще было хлеба. Но что-то в Магните хлеб мне не очень нравится. А в Люкс я не заезжала. Так что надо будет заехать попозже, когда танцы будут у Антохи. Так, подготовка к фотосессии полным ходом. Сейчас буду перевязывать ленточкой. У меня будет один кулич, вот этот вот большой, вот в этой вот бумажной салфетке в подложечке такой. И здесь будет ленточкой перевязан. Вот, вот этот вот будет с розовыми цветочками просто так. На вот этом хочу, может быть, пергамент. Сейчас посмотрю, есть у меня или нет. Если нету, тогда будет просто так тоже. Яйца помыла. Одно все-таки треснуло. Ну, вернее, у меня в руках, пока я их все протерла. Вот, все помыла. Подложку хорошо помыла. Яйца хорошо помыла, протерла. В общем, и сейчас тут ленточку подберу. Или голубенькую, или синюю. Посмотрим. Так, сейчас буду фотографировать свои Пасхи. Собрала такую пасхальную коробочку. У меня тут будет фотосессия на вот этом вот столике, на фоне вот этих вот больших яблоневых цветов. Штатив. В общем, все как надо. У нас уже расцвели вот эти вот цветочки, так что сейчас будет еще фотосессия кулича и на улице. У Гришки уже такой щавель. Мне кажется, уже можно и борщ зеленый варить. Наверное, завтра надо сварить. Так, идем до дедушки. Сейчас будут пломбировать, наконец-то, нам счетчик тут. Так, ну что, я еду. За Антохой позвонить даже пришлось в детский сад, чтобы они... что сделали? Сказали Антохе, чтобы он одевался. Вот, потому что пломбируют хоть и быстро счетчик. В общем, сняли счетчик перед Новым годом, вернее, пломбу на счетчике. У дедушки сказали, что в дедушкином доме сказали, что нужны автоматы, которые, получается, перед счетчиком, по-моему, ну, либо после, по-моему, перед счетчиком. Ну, в общем, неважно. Нужны, короче, автоматы, там у дедушки не было. Вот, мы устранили все претензии, сделали автоматы, и сейчас подали заявку, тоже уже не помню, когда, ну, когда-то я говорила, да, что ездила в Динской
Кубанинэргосбыт. Вот, подала заявку, их долго-долго не было. Ну вот, они появились. Я, кстати, сегодня уже начала даже им звонить по номерам телефонов, которые даны в квитанции об оплате. Но один номер занят. Я прям не знаю, сколько раз звонила другой, причем он все время занят. Другой никто не берет. Вот, а потом сам мне звонит какой-то незнакомый номер, говорит, что он с Кубанинэргосбыта, все, опломбировал нам счетчик, все бесплатно. Проверил, что мы устранили все предписания. Вот, так что все хорошо. И сейчас уже без 8 минут 4. Антошка уже должен быть одет, так что сейчас уже быстренько прям мчу за ним. Все, Антох, одевайся. Это кажется, что тепло, все равно ветерок, да? Да, это все равно. Обманчивая погода называется весной. Нет, да. Она называется теплый ветерок. Антоху отвела, теперь иду Григория встречать. Он вон сидит на лавке. Ждет меня. Или не ждет, не знаю. В телефоне. Поехали? Ну ладно. Нет, сиди тут, я могу тебе. Я... Угу. Пошли. Это что-то жарко стало. Грися. Я этого не видела. Вообще не видела. Опять новая песня. Сука. Так, у нас осталось чуть мяса, капусты. Поэтому решила на ужин ничего уже нового не готовить, только лишь перловку сварю. Вот перловки тоже совсем чуть-чуть, поэтому один стакан мультиварки. Я обычно два варю, но одного хватит. Вот. Пока очень хочу перекусить. Буду творог со сметаной сейчас себе сделаю. Надеюсь, что будет очень вкусно. Вот этот бетононасос сейчас будет пятерочка у нас тут строится, заливать, да? Да. Как круто. Говори. А видите, как я туда вам? Как это? Покажи, как ты собираешь. А блок. Вот так. Мама, я тебя била. Угу. А вон он как олеган. Да. А вон он. Да. Так ты сам соберешь, да, коврик? Да, на руках. Ну хорошо. На дупе. Вот так. Да, а потом будем с тобой учить какие-то буквы, да? Да. П. Вот это буква А. А. П. Ф. Угу. Вот. Это мягкий знак. Мягкий знак. Угу. С. Х. С. Х. М. В. И. И. Это Р. И. Р. Это Ш. Х. Ну, я буду рвать. Давай, строй еще, хорошо? Ага. У меня глаза уже очень закрываются. 11 часов, сейчас иду спать. Вся моя семья уже спит. В общем, как у нас прошел вечер. Вечер тот, что меня очень-очень ужасно закрываются глаза. И мне надо было ехать за Григорием. Я прям даже легла поспать, завела будильник на без 15:09. Тут меня разбудил звонок. Нам привезли колеса, летнюю резину. Уже пора ставить, менять будем. Вот, потому что те уже с шишками, если помните, как мы ехали из Абрау-Дюрсо, по-моему, когда прокололи, пробилось колесо, прям там взорвалось, ну, то есть оно прям уже выкидывать его, вот, так что, в общем, будем менять резину, 4,5 тысячи,
одно колесо. Это там нам прям по знакомству. В общем, спасибо огромное, кто нам помог. Сказали его не рекламировать. Вот, так что не будем рекламировать его. Вот, но все равно большое спасибо. В общем, вот такие вот новости. Все, всем пока. До завтра, кстати, оплатила все квитанции сразу за свет, за садик, за телефон, за все. Вот, так что будем спать спокойно теперь. Все, всем спокойной ночи. До завтра.